Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики», в студии Чингис Тихонов, и сегодня в выпуске. Подписание ряда соглашений, а также обновление пассажирского автопарка Калмыкии. Продолжается визит главы региона в Беларуси. В Элисте начинаются весенние дни по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города. Священный месяц Урсар в центральном хоруле Калмыкии пройдет музыкальное подношение трем драгоценностям. Продолжается визит главы Калмыкии Бату Хасикова в Республике Беларусь. Во второй день работы глава региона провел встречу с руководителями крупнейших предприятий республики, Минским тракторным заводом и Минским автомобильным заводом, в ходе которой обсудили возможные перспективы сотрудничества, в том числе по поэтапному обновлению пассажирского автопарка. Беларусь всегда славилась своей качественной и надежной техникой для АПК, промышленности, дорожного строительства, хорошо зарекомендовали себя коммунальная техника и пассажирские автобусы. Во многом это связано с переходом на новый, более экономичный вид топлива – метан. Особое внимание уделил вопросам дорожного строительства. Сегодня в Калмыкии активно развиваем эту отрасль. За 4 года сделали более чем 330 километров дорог. Не планируем снижать этот темп, поэтому внимательно изучил образцы техники, рассчитанные на строительство качественного дорожного покрытия. Рад, что с белорусскими коллегами мы выстроили надежные партнерские отношения в сельском хозяйстве. Это тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Более 70% техники для АПК Калмыкии произведена в Беларуси, подчеркнул Хасиков. Также во второй день пребывания Хасиковой калмыцкой делегации в Минске был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении и развитии сотрудничества, от диверсификации поставок продукции до реализации совместных проектов в различных сферах, сообщает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь. Стоит отметить, что между Реакалмыкией и белорусской телерадиокомпанией были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Подписи под документами поставили председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант и директор Реакалмыкия Хонгар Марилов. Как отметил вице-премьер Калмыкии Наран Кюкеев, заметен значительный прогресс в развитии отношений между Калмыкией и Беларусью. Тот уровень сотрудничества, который мы показываем последние 2 года, он очень высокий. И если мы подписали соглашение в 2021 году, и мы видим, как с каждым годом у нас увеличивается уровень отношения к нашему сотрудничеству. Наши вопросы рассматриваются уже на самом высочайшем уровне. Я убежден, что именно в таком формате, с таким подходом можно добиться самых серьезных результатов. В прокуратуре Калмыкии прошло заседание межведомственной группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. На заседании с участием заместителя председателя правительства республики, министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики, главы администрации города Элисты, застройщиков и граждан-участников долевого строительства обсуждены вопросы завершения строительства дома 92А по улице Глыкова и дома 50 микрорайона 9 города Элисты. Кроме того, предметом обсуждения рабочей группы также являлись пути восстановления прав обманутых дольщиков других 3 проблемных объектов республики. В завершении мероприятия подведены его итоги. Всем участникам рекомендовано продолжить эффективное межведомственное взаимодействие. 30 марта исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии Денис Конов проведет личный прием граждан в приемной президента России в республике. Он ответит на вопросы, входящие в компетенцию следственных органов Следственного комитета. Прием граждан состоится по адресу город Элиста, улица Пушкина, дом 18, дом правительства, кабинет номер 113, с 10 до 12 часов. Всем обратившимся на прием гражданам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется по телефонам 384-33-383-51. 30 марта в Элисте начинаются весенние дни по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города. В субботниках примут участие министерства и ведомства, а также организации и учреждения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Каждый четверг они будут проводить уборку на прилегающих территориях и закрепленных за ними общественных местах, посадку зеленых насаждений, перекопку лунок, а также покраску, ремонт ограждений, фасадов зданий и сооружений. Владельцам частных домовладений, председателям домовых комитетов многоквартирных домов также рекомендовано организовать субботники. Столичные управляющие компании должны обеспечить ремонт и покраску фасадов многоквартирных домов до 2-го этажа, детских и спортивных площадок, скамеек, металлических конструкций и других сооружений, а также проведение субботников с участием жильцов по уборке дворовых территорий многоквартирных домов и листы, говорится в сообщении администрации города. Санитарная очистка продлится до 27 апреля.
В Юстинском районе комиссия по контролю объектов капитального ремонта во главе с руководителем РМО Геннадием Очировым проинспектировала ход работ по капитальному ремонту школ. Они осмотрели здания образовательных учреждений, пообщались с представителями подрядчиков, которые рассказали об объемах запланированных и сделанных работ. Также были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения по своевременному завершению капитального ремонта в учреждениях образования. На сегодняшний день во всех школах района выполнены демонтажные работы на 95%. Напомню, в этом году капитальному ремонту подлежат 24 школы республики, 3 из них в Юстинском районе – Цагараманская гимназия, Юстинская и Харбинская школы. Жители Калмыкии могут отдохнуть и оздоровиться на курортах Крыма. Республика Крым уже готова предоставить все возможности для достойного отдыха и оздоровления. Об этом рассказали гости из полуострова, которые в эти дни находятся в республике. В рамках визита пройдет встреча с бизнес-сообществом и профсоюзными работниками. У крымчан и у калмыков есть общие интересы в рамках развития малого и среднего бизнеса. Вторым вопросом мы предлагаем на сегодняшний момент такую программу серьезную, которую проработали уже в течение вот нескольких лет, мы прорабатывали. Это специальная программа по оздоровлению и лечению не только представителей и работников предприятий, вообще жителей Республики Калмыкия. Крым уникальный регион, и недавно, наверняка вы знаете, Крым в очередной раз заслужил номер один, как в прошлом лучшая всесоюзная, теперь всероссийская здравница, поэтому подготовлен ряд программ, которые мы будем презентовать в течение нашей рабочей командировки. Мы подготовили также специальную программу для сотрудников предприятий, это трансфер с современным комфортабельным автобусом. Порядка 50 человек, который прямо из Элисты или из любого города Калмыкии может приехать в тот или иной санаторий. В Крыму прекрасная санаторно-курортная база. В Алуште, Ялте, Саках и Евпатории действуют сотни здравниц, предлагающих все виды услуг. Природные вулканические грязи, минеральные воды. Здесь можно лечить органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную систему. У нас есть такие программы, как опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, программа «Верхние дыхательные пути». Это такие основные блоки, по которым мы специализируемся. Есть вспомогательные блоки, как программа «Дестресс», повышение иммунитета, пищеварение, да, в общем, много программ. И каждый гость, который приезжает к нам на лечение, может выбрать одну из программ, и уже врач расписывает лечение. Пляжи у нас оборудованы как теневой, шезлонгами для максимального комфорта гостей. И немаловажный момент, что гости Республики Калмыкия могут приезжать к нам круглый год. У нас работает и детская и взрослая анимация, могут приезжать с детьми и проходить лечение либо оздоровление. Сотрудничество между двумя республиками позволит разработать план совместных мероприятий по развитию туризма, активного использования природного культурного потенциала двух регионов. Вот я несколько групп наших членов профсоюза уже вывозила и в 2014 году, и в 2015, 2017, 2019 году. Но в связи с тем, что вот эта пандемия, ковид, карантин и так далее, желающих много, но не было возможности нам поехать. Сейчас вот формирую наш актив профсоюзный и хочу как-то организовать поездку для нашего актива профсоюза коммунальщиков. Те члены профсоюза, которые ездили со мной несколько лет назад, они до сих пор с таким, можно сказать, благоговением вспоминают те поездки с радостью и такие добрые воспоминания об этих поездках. 21 мая, священный месяц Урсар, в Центральном хоруле Калмыкии пройдет музыкальное подношение трем драгоценностям. Мероприятие уже стало доброй традицией и проводится с 2015 года. На этот раз подношение совершат также на площадке Золотой обители Будышек Ямуни. Как пояснил настоятель храма Юнтен Гелюнг, музыканты республики под руководством дирижера Савра Катаева и хористами готовят специальную программу, в которую войдут 10 произведений духовной музыки. Также в этот день всем присутствующим раздадут тексты, мантры, которые они могут напевать, и таким образом станут участниками подношения. По словам Катаева, впервые планируется использовать инструмент дунг, который упоминается в эпосе Джангар. С его помощью, согласно повествованию, Хонгар зазывал богатырей. Кроме того, по заверению организаторов, любой желающий может присоединиться к оркестру, разучив одну из партий.
Конечно, сложные партии будут играть профессионалы, но при этом аккомпанировать тоже нужно. И даже если человек умеет только дергать струны, мы, значит, на репетициях 20 числа Саша Вячеславович покажет, какую именно партию надо играть. И одна из еще идей, очень больших смыслов, которые мы вкладываем в это событие, это пусть этот оркестр, он будет символизировать единение всего калмыцкого народа. Вот. Единение вокруг нашей культуры, единение вокруг нашей веры. Мы до этого исполняли уже на площадке Хурула произведение вот как раз-таки на древнем языке пали. Это он, получается, «Буддам саранам гачами». Это я воздаю Будде, прибежище, да, нахожу Санхи и так далее. Также у нас две мантры на эту тему. Также у нас будет Базар Дари, да, это премьера, да, состоится у нас. Я не буду говорить, кто будет участвовать, это вы увидите чуть-чуть позже. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы все, кто придет на это событие, вместе с солистом, так скажем, да, читали эту молитву. Вот. Потому что это калмыцкая молитва, которую пели еще 100 лет назад, даже, наверное, больше. У нас есть документальные это архивы, мы это все посмотрели, поэтому хотелось бы это восстановить. Наша землячка Эльгина Циренова стала участницей конкурса «Звезда-2023». Начиная с первого эфира программы, телезрители путем интернет-голосования смогут поддержать представителей своих регионов в случае, если они не пройдут финал, по мнению членов жюри. Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 8 апреля 2023 года. За эти дни телезрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу красочного и масштабного шоу. В минувшие выходные прошел благотворительный концерт Академии современного танца «Эволюция». Зрители увидели выступления основных команд старшей группы по направлению кей-поп и дэнс-микс и младшей группы хип-хоп. Все средства, вырученные из концерта, пойдут на реализацию поездки команд для участия в московском танцевальном проекте и во всероссийском фестивале-конкурсе, который пройдет в Сочи. 22 числа мы отправляемся в Москву, где будет большой телевизионный проект, где мы участвуем. Пока не буду раскрывать, мы не имеем права, что это за проект, каким образом мы там участвуем. Но я думаю, в скором времени в соцсетях все это увидите. И с 1 по 5 апреля мы отправляемся в город Сочи. Там будет отборочный этап чемпионата мира по хип-хопу. На протяжении 5 дней будут проходить мастер-классы, соревнования, батлы один на один. В Армавире Краснодарского края завершился чемпионат и первенство Южного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «Полный контакт» и «К1». Калмыкию представляла команда РКС «Шор». В результате Анжур Убушаев стал третьим, Данир Хулхачиев вторым, Бата Адьяев завел золото соревнований. Кроме того, организаторы турнира отметили Данира Хулхачиева призом за лучшую технику. В итоге Данир и Бата отобрались на первенство России, которое пройдет с 8 по 14 мая в Кемерово. В Арат-арене прошел республиканский турнир по волейболу среди мужских команд в поддержку участников специальной военной операции. Всего участие приняли 16 команд, по одной команде из каждого района республики и 3 команды из Элисты. Игры проходили в 4 группах. Далее команды, которые вышли из группы, разыграли между собой призовые места. По итогам финальных встреч 3-е место заняла команда Яшкульского района. Серебряные медали у команды «Восток» из Элисты. Победителем стала команда администрации главы Калмыкии. Также в рамках турнира состоялось общее собрание любителей волейбола республики. В ходе совещания были рассмотрены вопросы создания региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации волейбола Республики Калмыкия, избрание состава учредителей для создания региональной общественной организации, а также был рассмотрен вопрос о состоянии и дальнейшем развитии волейбола в республике. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом еще не канал УТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точке Ростелеком и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. Это у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.